Добрый день, дорогие друзья! Спасибо, что заглянули в гости. Для тех, кто впервые у меня на канале, меня зовут Алла. Друзья мои, ну все, кто меня смотрит, знают о том, что у меня есть даже отдельный плейлист, называется он «Аптечные средства красоты». И там в каждом видео я как бы делаю обзор на три лекарственных таких препарата, грубо говоря, но которые можно использовать не только по их прямому назначению, но еще и при уходе за собой. Но, вы знаете, порой встречаются такие средства, о которых хочется снимать отдельные видео, и сегодня именно такое видео, и в котором я вас хочу познакомить и рассказать, на мой взгляд, об удивительном вообще препарате, который, в принципе, меня реально спас, и который также можно применять еще и при уходе за собой, и при этом достигать очень неплохих результатов. Итак, знакомьтесь, это экстракт водяного перца. Надо сказать, что в нетрадиционной медицине настои и отвары из водяного перца, они использовались уже многие века. Но в начале 20-го столетия данный препарат был признан лекарственным средством, началось его активное изучение, и до сих пор, в принципе, можно приобрести в аптеке вот это вот недорогое, но очень эффективное средство, которое решает, вы знаете, множество проблем, такие как гинекологические, проктологические, проблемы желудочно-кишечного тракта. Также данный экстракт совершенно замечательно работает с сосудами, он укрепляет сосуды. В его состав входит, конечно, очень много полезных соединений, различных веществ, это минералы, магний, калий, марганец, это и дубильные соединения, это и аминокислоты, это и витамины, и даже ионы серебра. Именно благодаря большому количеству витамина К и дубильных соединений, которые входят в состав вот этого экстракта, это средство прекрасно работает на укрепление капилляров, на, так сказать, укрепление, на снижение отечности вен, на уменьшение тонуса, и за счет чего происходит более быстрое восстановление тканей и прекращаются кровотечения. Как я уже сказала, решает много проблем. Я его использовала как по назначению для лечения, так, собственно, и при уходе за собой. Значит, в плане лечения, буквально два слова. Меня этот препарат спас, скажем так, от излишней кровопотери, ну, в определенные дни наши, да, месячного цикла женского. Потому что далеко не у всех они у нас эти дни проходят гладко, да, вы, наверное, все сталкивались в той или иной степени. Ну, это связано со многими причинами, это и с гормональными какими-то, да, перестройками, всплесками, либо с какими-то физиологическими проблемами, которые у многих есть, я не знаю, там, фибромиомы, там, гиперплазия, да, ну, в общем, много болячек бывает, да, которые могут спровоцировать, скажем так, повышенное количество, вернее, потерю повышенного количества крови в определенные дни, что, опять же, не есть хорошо и с чем надо бороться, потому что в противном случае можно заработать анемию и хроническую анемию, это и такие последствия, как тахикардия постоянная, пониженное давление, слабость, головокружение, шум в ушах, ну, в общем, а зачем нам это надо? Я не говорю о каких-то патологических, понимаете, кровотечениях, ни в коем случае. Я говорю именно о тех неприятностях, которые случаются с каждой из нас каждый месяц. У кого-то это проходит совершенно незаметно, у кого-то это проходит действительно с большими потерями. Так вот, чтобы эти потери минимизировать, я начала употреблять вот данную настойку, данный экстракт, и вы знаете, я была поражена. Мне этот экстракт помог после второго применения. Я использовала дважды в день, я его пропивала по чайной ложке на 100 мл воды за полчаса до еды. Так вот, после уже второго его приема у меня, вы знаете, ну просто случилось чудо. У меня просто все нормализовалось и вошло, так сказать, в привычное русло. То есть никаких отклонений уже я у себя не замечала. Хотя до этого все было очень действительно печально. Мне врач, в принципе, даже прописала таблетки, которые останавливают кровотечение. Но таблетки я пить боялась по причине того, что очень много противопоказаний, неприятных побочных каких-то действий. Я, честно говоря, испугалась. Поэтому я прибегла вот по совету своей знакомой вот к такому, ну, практически народному средству. И я не пожалела. Меня спас этот препарат.
теперь у меня этот препарат всегда, всегда будет в моей аптечке. Единственный, пожалуй, минус, что его очень трудно купить. Вы знаете, он стоит 3 копейки, там 46, по-моему, в рублей, или 41, не помню, до 50 рублей. Но при этом он работает шикарно. Он реально помог мне, и я просто очень-очень рада, могу, в принципе, порекомендовать его вам. Но помимо своих шикарных лечебных свойств, вот этот препарат обладает еще и массой других положительных характеристик, которые позволяют нам его использовать при уходе за собой. В основном это касается, так сказать, ухода за волосами. Но также это средство еще можно использовать как антисептик при порезах, при ранках, при каких-то гнойных высыпаниях, точечно, если вы будете наносить, вы увидите, как в разы у вас все быстрее начнет заживать. Действительно, потому что очень хорошо регенерирует, очень хорошо снимает воспаление и способствует более быстрому заживлению любых повреждений на нашей коже. Значит, что касается ухода за волосами. Я знаю, что некоторые люди предпочитают наносить в чистом виде данный экстракт, но он на спирту, поэтому если кожа у вас склонна к сухости, к раздражению, то я, наверное, бы все-таки не рекомендовала в чистом виде его использовать, а использовать его в составе масок. Значит, в чистом виде для чего люди наносят? Для ускорения роста волос. Допустим, у меня есть приятельница, которая использует вот этот экстракт, она наносит в чистом виде и утверждает, что у нее даже волосы стали расти там, где, собственно, уже давно не росли. Но, есть, опять же, говорю, что я не рискую, хотя даже на то, несмотря на то, что у меня нормальная кожа головы, я не рискую наносить в чистом виде, я наношу в составе маски. Маска очень простая. Я беру столовую ложку вот этого экстракта и столовую ложку масла. В принципе, можно взять любое масло. Но когда есть репейное, я беру репейное масло, немножко его подогреваю, как и любое масло, перед тем, как наносить его на волосы, на кожу головы, лучше подогреть, чтобы было, ну, градусов 40 оно хотя бы. И наношу вот эту смесь, вот тут внимание, на корни и на прикорневую зону. Не надо наносить этот состав полностью на все волосы, потому что, ну, это лишнее абсолютно, он будет сушить вам волосы. Здесь достаточно нанести именно вот в эту зону. Далее я одеваю шапочку и оставляю это где-то на полчаса. Я наношу обычно эту маску до мытья, в принципе, на грязные волосы, потом мою голову в обычном режиме. Я провела уже, ну, наверное, раза 4 я сделала. Вы знаете, я очень довольна состоянием волос после. У меня даже какой-то прикорневой объем появляется вот после использования вот этой маски. Вот. Как бы говорить о каких-то более серьезных улучшениях, наверное, можно уже будет только после хотя бы месяца-двух использования. Так что имейте в виду, кто страдает такой проблемой, как выпадение волос, как слабые какие-то вот корни волос, имейте в виду, что этот экстракт прекрасно работает как в чистом виде, так и в составе масок именно вот на этой зоне. Ну вот, дорогие друзья, познакомила я вас с таким чудо-препаратом, который стоит очень дешево, но при этом действительно работает. Работает как по своему прямому назначению, так и даже еще и в косметическом направлении при уходе за волосами. Спасибо большое, что вы меня сегодня посмотрели. Сегодня я с вами прощаюсь, но ненадолго. До скорых встреч. Пока-пока.